Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова я, Демастер. И я, Террасер, ребят, всем привет! Сегодня мы с Террасером поиграем в Color Control, не, просто в Controls, в игры разума. Я вот реально зашел сюда и думал, это что, Color Control, что ли? Не Color, это просто Control, а Color Control другая карта. Это как называется, пентагоны? Просто Control, просто Controls. Так, ладно, цвет. Вот, видишь, а зачем, цвета нам не нужно убирать. Мы сегодня с тобой пришли, чтобы не поиграть в карту. Мы сегодня с Террасером хотим попробовать пройти паркурчик, который здесь есть. Не паркурчик, а электро... А, ну это в прошлой серии как раз по паркуру ты предлагал, давай. Да, ну надо сказать в прошлой серии. Да, 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 Террасер. В прошлой серии, через месяц выходит серия, вот такая, в прошлой серии. Да, ладно, я это... Ну, в общем, это было, будет. У вас еще мастер предложит. Тогда странно, что ты там это предлагал. Я спрятался. Так, ну в общем, ладно. Все, забыли все, что мы сейчас говорили. Давай. Мы начнем. Так, эти штыри поднимаются. Да. А, ты паркур хочешь попроходить? Да, ты когда-нибудь играл в игры разума, Террасер? Игры разума? Ну, те, которые ты снимал? Да. Нет, по-моему, ну как-то мне хочешь не особо... как-нибудь раз сыграть в них? Ну, не знаю, что-то мне кажется, это скучновато. Но мы будем с тобой вдвоем играть против кого-нибудь еще двоих. 2-2. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока у меня желания на самом деле нет. Ладно, окей, давай допрыгнем в эту штуку и покажем, что вау. Здесь за паркурчик. Опа! Элитрунчик я бы его назвал. Элитрунчики! Нет, да что за... Ненавижу этот звук. Вот, так как я уже играл в Controls, да, вот этот... В электрончике? Да, в электронс. Я уже проходил эту карту давным-давно. Но я уже разучился, если честно, хотя у меня сейчас получилось очень далеко дойти. Очень далеко дойти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тут даже куда угодно врезаешься, конец наступает. Да, и тут очень темные стены, Террасер. Очень темные стены. Ой-ой-ой, что-то я сейчас не врезался. Террасер, хочешь дать тебе совет? Давай. Вот ты когда вот летишь, как ты вообще летишь? Мышкой управляю. Ну ты имеешь в виду, как ты тратишь фейерверки? Только появляется, сразу же используешь? Ну, если я вижу, что я начинаю опускаться, то я его юзаю. Ну, иногда я сразу же юзаю. Старайся их копить. А, то есть, они копятся. Да. Да какого фига? Так. Террасер сейчас будет сложно. Я помню, когда я первый раз здесь играл, я тоже очень долго пытался все это пройти. Это было ой, как сложно. А у меня был вообще рекорд здесь 23 секунды. А ты далеко вообще ушел? Я сейчас, кажется, пройду уже. 23 секунды. За 35 секунд, смотри, за 35 секунд прошел. Не, ну это, конечно, жестко. Да, я буду просто пытаться побить свои рекорды. А ты попробуешь пройти. Эта карта больше для тебя, чем для меня, потому что я-то на ней уже... Я здесь потратил около, наверное, часа. Ух, ну это что за баг был? What the fuck? Да, куда тут? Какой-то баг сейчас только что нашел, можно было быстрее еще лететь, если бы правильно воспользоваться, можно вообще, наверное, за секунду 19 пройти. Ой, а здесь куда? Лол, посмотри, не падай, летишь. не падай, плиз. Так, летим. О, я прошел? Ты что, ты прошел Террасер? Да ладно, нет. Да. А как понять? Я написал в чат, типа, Террасер, там, типа, во время. Юха, финиш за литра... Курс in 43 секунды. А, ну что ж, дорогие друзья, в принципе, это все, с вами были Демастер. Да, так что ставьте лайки, так, погнали, Террасер, погнали, еще раз попробуем. Я буду лететь прямо за тобой, буду смотреть, как ты летел. Тут же разные пути есть, тут разные пути, ты можешь разными путями пройти. Я думал, у нас ролик будет 10 секунд. И хочешь полететь за мной, я покажу другой путь. Я сначала, ну, ты полетишь, я смогу за тобой. Ты сначала лети, я с тобой полечу, после трех ты проходишь, а потом покажу тебе другой путь. А, ладно. Вот, все. Давай, Террасер, давай, я так еще и раз. Покажу. Давай еще раз, оп. Ой-ой-ой. Я аккуратненько лечу медленно, Террасер. Так. Я взлетаю. Окей. И куда дальше, не врезаемся. Аккуратненько, я сейчас чуть-чуть замедлюсь. А ты хотел, по-моему, рекорды свои бить. Да, но я хочу посмотреть, как ты проходишь. Мне интересно. Интересно? Ну я вон, да. Видишь, как прохожу. Проходится вроде как. Аккуратненько, да? Воу, лети, лепесток через запад на восток. А, ты какие-то там уже... Лети свои... вокруг земли! Ты и центрально там взлетаешь? Там можно влево, вон, ты можешь сюда. Я обычно летел влево, но сейчас я хочу попробовать через центральную. Через центральную? Попробуй через центральную. Через центральную быстрее всего, дам тебе подсказку. Но через лево там интереснее. О, я, прикинь, даже разбился. Я через лево и летел до этого. Там ой, через... чувачочки! Здравствуйте! Да, они там тебя приветствуют. И кончается постепенно у меня все тут. О, так! А-а-а! Эх,
сказал я и полетел дальше. Немножечко поэхал, поохал, но все-таки летим дальше. Летим дальше? Мы летим на Сузуки типа быстрее такого... скорости звука, да, Терсер? Наверное. Это получается что-то типа просто ожидательного паркура. Да-да-да, пока ждешь игрока. Зачем ты обратно летишь, Терсер? Я потому что не очень там четко полетел и решил немного вернуться. Понял. Вот, хочешь каточку в Controls поиграть? Один на один. Прямо сейчас. Это будет внезапно очень. Да, это будет внезапно. Люди думали, что будет элитер паркура, а бах, резко Controls, они такие, что? Какого фига скажут? Вы что натворили? Мы хотели посмотреть элитра паркура. Да, элитра паркур. Ты уже нашел более короткий путь, Терсер? Ты разобрался? Ну, я не знаю. Ну, давай, падай, я тебе покажу более короткий путь. Давай, я покажу самый короткий путь. Я прошел еще раз. Так, а мне дают за это очки, я их если ты быстрее проходишь, смотри. Ты сейчас прыгаешь, ты летишь за мной, окей? Я буду медленно лететь. Смотри, я сейчас пролечу очень быстро, видел? Да, ты что, летишь за мной? Нет, я упал. Ты где сейчас? Почему не летело сейчас? Так, сейчас. Просто тебя жду, давай, я возвращаюсь обратно к тебе. Отлично, полетели, смотри, сюда. Я резко вот сюда поворачиваешь, вот сюда вот летишь. Я опять упал, да какое? Как я... Терсер, просто лети за мной. Так, твой... Стой, ты пролетаешь, ты не туда полетел. Так. Так, смотри. Вот сюда нужно взять, первую вот это отверстие. Блок. И потом вот это отверстие, понял? Пролетаю. Ай-яй. Ух ты, здесь красные эти... ободочки. Так, Терсер, нашел самый короткий путь, да? Ну, я за тобой лечу сейчас. За мной летишь? Хорошо, погнали. А он точно короткий? Ты не обманываешь меня? Да, не обманываю. Я, правда, специально притормаживаю, чтобы ты успевал. Оп, здесь через правую, левую. Нет, здесь сейчас через прямую, прямая самая короткая. Потом вниз, потом налево, а потом сюда вот так вот, хоп-хоп-хоп. Ох ты, нифига себе, это я смешно разбился на самом деле. Я уже почти прошел, просто под конец прямо очень близко пролетал. А значит, я сейчас попробую пройти быстрее, чем 35 секунд. Надо попробовать побить рекорды. Хочешь так, убить рекорд? У меня пока рекорд был 40 с чем-то там, 47 что ли. Да, но сейчас я уже рекорд не убью, слишком медленно полетел. Ну ладно, все равно. Тем более а там ты говоришь, ударился за, там за 23 самый... секунды. Блин, ну это очень быстро. Да, но это когда ты сидишь целых 3 часа и играешь тут на этом. Блин, а почему сейчас я упал? Сейчас сбился. Ой. Ну да, сейчас уже, конечно, такой рекорд не повторить, я думаю. Ну или можно повторить? Тогда нужно прям все супер идеально пролететь. Правильные тайминги юзать ускорение, в правильные тайминги, в правильных моментах поворачивать и так далее. Все нужно просто идеально пролететь. И никуда не врезаться. Да, никуда не врезаться, соответственно, и ничего вообще не задевать. Вот так, этого момента должно быть ровно два. Вот на двух ты так подлетаешь, полетишь сюда, здесь идеально пролетаешь, если у меня идеально не получилось. Сюда, ну тут это уже очень быстро пролетается, вот сюда это все очень быстро пролетается, и сюда вот так вот. Хоп, ну 30 секунд сейчас. Ну, неплохо, типа... неплохо. И при этом, я знаешь, сколько раз врезался сейчас за эти 30 секунд? Ну? Раз, наверное, 7. А, да? Даже врезался? Да, я врезался, поэтому очень много времени терял. Ну, 30 секунд. А получилось. Так по-любому бы быстрее пролетел. Ну, 25 секунд думаю, было бы. А, человечки меня поймали, они меня за руки, за ноги закрыли, ухватили. А, Терсер, нифига себе, там у тебя чечки какие игривые. Они не игривы, они наглые. Они меня схватили. Я хотел пройти уровень. Они такие, ты останешься с нами. Ой, врезался один раз. Я думал, сейчас на рекорд пойду. Слишком быстро начал спускаться вниз. Такая ошибка была. Я бы сейчас, наверное, за секунд 25 бы реально прошел. Так, уже один раз врезался. 25 секунд. Уже один раз врезался. Второй раз врезался. Ну все, уже тяжело. Третий раз врезался. Четвертый раз врезался. Блин, пятый раз врезался. Прикольно. Прикольный паркурчик, да, такой интересный на элитр. За 32 секунды прошел. 32 секунды, но уже лучше, Терсер, уже лучше. О. Это мой новый рекорд, 32.55. Отлично, я застрял просто в одном месте на 5 секунд. Прикинь, я не знаю почему, но я просто не летел. Ой-ой-ой. Так. Ну, за 32 секунды прошел. И 55. Ты за 32.55 прошел? Да. Я тоже за 32.55 прошел. Мы абсолютно ровно с тобой, получается. Да, но я там в одном месте застрял на 5 секунд просто в одном проходе. Мне кажется, если врезаешься куда-то, лучше уж падать, если пытаешься рекорды бить. Ну да, да-да, так и есть. Но, да, бывает, миллиметр врежешься, и всего лишь одну секунду, но все равно побьешь свой рекорд, потому что до этого ты врезался так много-много раз. Может быть. Типа, один раз это не показатель. Главное, постоянно, видишь, один что... Один раз, да, как говорится. Тут вся фишка этих фейерверков в том, что если ты не врезаешься, нужно в определенный момент юзать, чтобы у тебя успевали перезаряжаться фейерверки, и при этом ты ловил специальный тайминг. Ах, сейчас мог за 24 секунды где-то пройти, за 24, за 25 мог пройти, но зафейлился.
Опять слишком быстрая скорость. Видишь, тут еще фишка, слишком большая скорость. Ты не всегда успеваешь все правильно делать на такой скорости. Угу. Я надеюсь, по громкости эти взрывы не очень громко слышны у меня. Ладно, ты же не сделал громче. Что они очень так очень громкие. О, я здесь уже зафейлился немного по таймингу, не попал по ускорению. Отлично, ну где-то за 30 секунд, наверное, пройду. Так, я, конечно, несколько раз сейчас ударился, но я уж лучше еще раз дальше. Ну, я бы сейчас пошел за 31 секунду, но нет. Ну что ж, Тарас, что вы думаете по поводу вот этого Элитрона? Элитрона — это интересная тема. Тебе понравилось, да? Это прикольно. Тренировать скилл на элитрах. Да, да, так и есть. Очень прикольная тема. Я говорю, когда я не записывал, я здесь очень часто проводил время, потому что людей там или что-то еще. Поэтому я немножечко научился. Вот именно проходить. Ну как? Блин, так хорошо пошел просто. Вот, ну что ж, на этом, я думаю, можно будет завершить данное видео. В принципе, и так уже прошли с тобой несколько раз каждый из нас, да? Вот, он, конечно, не такой небольшой, но он достаточно прикольно сделан. В плане того, что под ресурс пак очень сильно адаптирован. Видишь, такой вот красивенький, да, реально. Да, все стилизовано. Как гоночная трасса какая-то реальная. Это очень круто. Я бы с VR на таком полетал. Что? А, с VR? Да. Это было, да, мне кажется, прикольно. Так, а ты что-то расскажешь по поводу этого Элитрона? А мне еще нравится, что здесь вот эти желтые такие стрелочки, они мерцают. Да, прикольно сделано. Да что такое-то? Опять слишком много врезался, 31.55. Да что ж такое-то, Терра, Сэр? Ну ты хотя бы, пожалуйста, часто пролетаешь до конца. А не, если бы не торопился, я бы каждый раз пролетал до конца, в принципе, если бы не торопился. Так вот, в том-то и дело. Я сейчас тоже тороплюсь, я хочу рекорд побить. Ты все-таки рекорд бить на этом видео свой. Какой-то рекорд хочешь поставить тогда? Я хочу за 10 секунд пролететь. Нет, 10 секунд не получится. А самое быстрое за сколько реально, как ты думаешь? 21 секунда. Это написано, что самое быстрое там? Мне кажется. Тебя можно почитать, насколько самые быстро прилетали люди на этой карте из разработчиков. Но они вроде не так быстро прилетали, у них там себе рекорд 27 секунд всего вроде. Типа 27 это реально, вот у меня сейчас будет 27 походу. Не, у меня будет меньше, я врезался два раза под конец, у меня сейчас будет 29. Опять врезался! Лол! Просто вот, вы это видели? Я летел идеально на 26-27 секунд, знаешь, что случилось? Под конец просто 6 этих стенок собрал. Ха! Тупо под самый стенок. Конец 6 стенок собрал, и под конец уже дальше приземляюсь на 30 секунде, да? Из-за 6 стенок сразу что я накидался сверху где-то 4 секунды, да? Mm-hmm. Вот, и под конец приземляюсь уже, и просто приземляюсь так, что меня пол убивает. Хотя начало так идеально летел. Вот, ну, видели... у меня сейчас тоже начало просто идеальное. Ни одного этого врезания. Начал... Все лучше. Ну сейчас, сейчас плохо, не такое хорошее начало. Блин, я еще полетел не по центру сейчас, а... По бок... Ой, ну все, опять застрял в этой дырочке. Ну все, да, ну тут реально пройти за 21 секунду, даже думаю. Ну, с VR, наверное, это было бы вообще пожести. Да, ну видишь, все адаптировано прикольно под это. Не знаю, очень сильно радует глаз мне вот эти все цвета, палитра цветов. Палитра цветов. Зеленый, синий такой, знаешь, желтый, черный, белый, красный, не знаю, очень. Они такие, не такие не сильно яркие, не кислотные, да, но при этом достаточно такие приятненькие для глаза. И это все стилизировано под карту. Понимаешь, насколько крутые разработчики карты, что они сделали, во-первых, игры разума, которые достаточно сложные, да? А во-вторых, еще такой Элитрон сделали прикольный. Да, молодцы. Сейчас, я тут был от таблицы рекордов. Я могу сказать, сколько проходили максимально самые быстрые чуваки здесь. За... Так, ты... Это кто проходил? Из разработчиков. 22 секунды. Ну, 22 быстро. Секунды, 15 миллисекунд. Самый крутой чувак прошел с 22.15. То есть я говорю, здесь реально даже, наверное, за 21 пройти. Вот это надо очень круто пройти. Ну, типа с 21 с лишним, типа, может быть, 21.95 и так далее. Но я проходил за 20. Сколько? 24, 20. 24, 25, это между 25 где-то, вот где-то так было. Вот. А сейчас, конечно, не могу уже так пройти. Ну, когда ты целыми днями сидишь здесь, играешь в игры разума. Вот, и потом постепенно, когда ты ждешь людей, если люди ушли там или что-то еще, там, или люди отошли после двух каток подряд, там, 3 часа потратили на 2 игры, вот, то это, соответственно, иногда летаешь, ждешь, и это очень весело. Ух, ну, на самом деле, реально, если так долго играть, то с каждым разом будет все лучше и лучше, можно потом такие рекорды здесь ставить. Но другой вопрос, есть ли смысл в этом? Да, ну, типа, просто это убивалка времени, когда ждешь своих друзей. Так что, в принципе, я хотел бы сказать это Тарасеру. Тарасеру вроде понравилось. Надеюсь, вам тоже это понравилось, дорогие друзья. Но с вами был я, Демастер. А ты на записи это еще не делал? На записи еще не делал.
А, ну вот. Вот, как бы это такой один ролик. Не, ну на записи я, может быть, этого. На Color Controls и под конец, может быть, когда я прощался, уже там летал или что-то еще, но типа никогда это не проходил на записи вроде. Угу. Вот, в общем, да. Так вот как-то поиграли. Да, так как-то поиграли с Терасель, надеюсь, ну, тебе понравилось, да, Терасель? Да, прикольно. Вот, и надеюсь, вам тоже понравилось, дорогие друзья. На этом все, с вами были Демастер Терасель, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте под видео. Всем удачи и всем пока-пока. Всем пока, ребят.